Всем добрый день или добрый вечер. Наступило время для нашего изучения Библии воскресным. Вы со мной. Мне хотелось начать с нескольких вообще приятных новостей и поздравлений. Во-первых, на этой неделе у нас произошло в нашей большой восточной семье хорошее событие. У нас крестилась в среду Наташа Васильева. Прямо сегодня, вот в этот день, у двоих моих друзей день рождения, у Гриши Стрельникова и у Тимофея Гневского. Наверное, еще у кого-то есть день рождения, извините, если вас не поздравили, мы вас поздравляем. Еще у нас в гостях ученики из разных церквей. Из нашей церкви во Владивостоке у нас в гостях сегодня три ученика. Ирина Лавриненко сегодня станет. Валера и Юрия Васильева тоже. Друзья, большой привет церкви в Владивостоке. И тоже сегодня с нами сестра из Ташкентской церкви Оля Яковлева. Если вы заметили, я вам очень похож на Юрия Васильева, это не смешно. Вроде все, с поздравлениями тоже. Оль, большой привет Ташкентской церкви, пользуясь случаем. Здорово, что летом ученики могут путешествовать. Наверняка вы будете где-то в гостях, передавайте привет тоже. Тема, о которой мне хотелось сегодня говорить, называется «Вера». Мне кажется, в принципе, когда речь заходит о наших отношениях с Богом, о том, о нашей духовной жизни, без веры, по сути, смысл теряется вообще. Мне бы хотелось начать с одного отрывка из послания к евреям. Давайте откроем вместе послание к евреям, 11 глава. Мы прочитаем стихи с 1 по 6. Если вы согласны с тем, что вы слышите, у нас есть такая традиция в церкви, мы поддерживаем друг друга и проповедника, и говорим «Аминь». Послание к евреям, 11 глава, с 1 по 6 стих. Вера, я буду читать в современном переводе. Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем. Подтверждение того, чего мы не видим. Древние жили такой верой и заслужили одобрение. Именно верой мы понимаем, что Вселенная была создана по велению Бога, и что все видимое было создано из невидимого. Верой Авель принес Богу жертву лучшую, чем Каин. Верой он заслужил одобрение как праведник, когда Бог похвалил его жертву. И хотя Авель умер, он благодаря своей вере все еще говорил. Благодаря вере Енох был взят из этого мира, не увидев смерти. Его нигде не могли найти, потому что Бог взял его. Но до того, как он был взят, он заслужил одобрение как человек, угодивший Богу. Без веры же Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. Давайте подумаем о том, это на самом деле удивительный отрывок. Потому что здесь говорится, если ты хочешь каким-либо образом угодить Богу, вот одна вещь, без которой это сделать просто невозможно. Невозможно угодить Богу без веры. И мне хотелось бы, чтобы мы поговорили о том, и могли бы задать себе вопрос сегодня, а как у меня дела сейчас обстоят с моей личной верой? Мне хотелось, чтобы через наше изучение Библии сегодня мы могли задать себе вопрос, как моя вера сегодня, какую бы оценку мы поставили сегодня своей вере? 0, 1, там, 2, 3, 4 или 5. Это очень важно, потому что без веры мы не можем угодить Богу. Бог создал все из ничего. Он видел все, когда еще ничего на самом деле не было. Подумайте о том, когда вы живете и проживаете свою жизнь, о чем вы больше разговариваете, что занимает ваши мысли, ваша речь, что от вас слышно. Вы говорите о том, что невидимо, или вы всегда говорите только о том, что вы видите.
Когда вы думаете о своей жизни, когда вы думаете о работе, когда вы думаете о воспитании детей, об отношении с кем-то, что больше всего занимает ваши речи и ваши мысли? Вы говорите о том, что видите, или о том, что не видите? Здесь Библия говорит, что есть две вещи, которые нам надо верить однозначно. Первое, это что Бог есть. Я когда оценивал свою веру, я думал, ну у меня точно не ноль, потому что я верю, что Он есть. Вторая вещь здесь говорит, что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. Вот с этим сложнее, потому что, ну как бы, в теории я верю, что Бог вознаграждает всех, кто Его ищет. Но когда речь заходит обо мне, я задаю себе вопрос, верю ли я, что Бог сделает то, что мне нужно на самом деле. И вот здесь я иногда испытываю проблемы. Мы в нашей домашней церкви год назад, когда мы встретились, мы решили как раз говорить о том, что мы живем вместе, решили говорить о вере. Просто о том, что, ну, во что мы верим на самом деле. Мы согласились, что мы верим в то, что люди, которые нас окружают, у которых нет отношений с Богом, им на самом деле очень нужен Бог. И мы поверили, что вокруг нас таких людей много. Мы встретились всего двумя парами, но мы просто решили молиться, чтобы Бог как-то использовал нас. Чтобы люди, которые рядом с нами, мы их не видим, мы, может быть, не знаем их еще, но мы решили просто молиться, чтобы Бог начал, используя нас, работать в их жизни. Я так благодарен, потому что вот за эти полтора года, наверное, мы почти каждую неделю встречаемся за очень редким случаем. Может быть, было всего пару раз, когда никто не пришел к нам в гости для того, чтобы изучать Библию. Но, как правило, вот каждую неделю у нас приходят там 6, 5, 4, 2 человека просто для того, чтобы изучать Библию. И сейчас вот 6 человек начали уже в каком-то процессе изучения Библии. И, честно говоря, это так радует веру, потому что когда мы возвращаемся к моменту, когда мы сидели просто двумя парами, и видеть рядом с нами уже наших близких друзей, которые тоже любят Бога, которые хотят угодить Ему, которые верят в Него, которые хотят перестроить свою жизнь. Что у Бога есть в сердце и план для каждого, нам очень важно верить. Что каждый человек в этом мире, что люди, которые нас окружают, у Бога есть план для них. У меня есть призыв каждому из нас, чтобы мы могли не остановиться в нашей вере. И вера может проявляться очень в разных вещах. Для кого-то вера может проявляться в том, чтобы с маленьким или с грудным ребенком одной в час пик или одному приехать на собрание. Быть вовремя, быть на собрании. Хотя это может неудобно, потому что ребенок тоже отвлекает внимание, его надо кормить. Если говорить о логике, то, наверное, логичнее было бы целый год проводить дома и не быть на встрече. Для некоторых вера – это после работы, когда ты работаешь тренером или где-то на заводе, ты целый день на ногах. Ты устал, тебе хочется есть, ты не успел пообедать. С верой приехать для того, чтобы иметь духовное общение. Может быть, это вера. Иногда нашей веры не хватает даже для маленьких вещей. Иногда мы больше начинаем опираться на то, что мы видим, чем то, что нам на самом деле Бог ожидает от нас. Иногда мы думаем, если я поеду сейчас, я только потрачу силы. Мне не хватит сил на следующий день, я буду расстроен. Задайте себе вопрос, что больше занимает нас, то, что мы видим или то, что мы не видим? Обсуждаете ли вы с кем-то то, что будет? Мне очень нравится встреча, которую братья организовывают уже не первый год, называется «Молитва отцов». Там встречаются отцы маленьких детей, которые встречаются для того, чтобы молиться за своих детей. Обсуждать вопросы, как они воспитывают, как они себя чувствуют, что не получается, подбадривать друг друга, давать советы, изучать Библию вместе и просто молиться с верой, представляя, что когда-то мои дети скажут: «Иисус мой Господь, я хочу, чтобы они это сказали сами, я хочу, чтобы они выбрали этот путь». Мне кажется, это вера. Я тоже хотел, пользуясь случаем, пригласить всех, я решил тоже молиться с верой. У меня есть такие теплые воспоминания о парке «Сокольники». Когда я был студентом, мы почти каждый день, но точно каждую неделю собирались там для того, чтобы молиться, для того, чтобы делиться своей верой. В конце концов, большая часть из нас женились, кто-то переехал в другие города. И сейчас, в
парке Сокольники никто не встречается почти для того, чтобы делиться верой, если кто-то приезжает в одиночку, или для того, чтобы встречаться группой молиться. Я не знаю почему, но это тронуло мое сердце, я решил молиться о том, чтобы там появилась заново эта группа. И каждый четверг я решил приезжать туда для того, чтобы об этом молиться. И я хочу вас пригласить, если вы хотите, каждый четверг в 7 утра приезжайте туда, мы будем молиться вместе. За группу, которую мы еще не видим, но она где-то там живет, в Сокольниках. Вот, и они тоже любят Бога, наверное, еще просто не знают про это. Давайте молиться за это вместе. Первый пункт моей проповеди назывался «Возможность видеть, когда еще ничего нет». Если у вас сейчас вещи, за которые вы молитесь, которых еще нет, но вы видите, что Бог может это сделать. Есть, брат. Если нет, подумайте сейчас о том, что является центром вашей веры. Давайте посмотрим еще один отрывок. Евангелие от Марка, 9 глава. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи с 14 по 27. Вам этот пункт понравится. Я назвал его «Держаться после того, как ты несколько раз проиграл». Евангелие от Марка, 9 глава, с 14 по 27 стих. Вы знаете, я по себе понял, я 25 лет в церкви. Вот когда я начинал, мне как-то верить легче было. Честно говоря, потому что еще, ну, как бы я очень искренне доверял Богу, я еще не столкнулся с тем, что я во что-то верил и ничего не получилось. Но чем старше я становлюсь, я вижу, моей вере проходят такие испытания, когда ты несколько раз что-то не получилось, вот приходят сомнения очень большие. Давайте посмотрим историю здесь. Евангелие от Марка, 9 глава, с 14 по 27 стих. Когда они вернулись к остальным ученикам, то увидели, что тех окружила большая толпа, и учителя закона спорят с ними. Когда все увидели Иисуса, они пришли в крайнее изумление и подбежали Ему навстречу, чтобы приветствовать Его. «О чем у вас спор?» – спросил Иисус. Кто-то из толпы ответил, то есть даже не ученики ответили, кто-то из толпы ответил. «Учитель, я привел к тебе сына». В него вселился дух немоты, и когда дух схватывает его, то бросает его на землю. И тогда у мальчика идет пена изо рта, он скрежещет зубами и цепенеет. Я просил твоих учеников изгнать духа, но они не смогли. Иисус в ответ сказал: «О неверующее поколение, сколько мне еще быть с вами? Сколько мне еще терпеть вас? Приведите мальчика ко мне». Мальчика привели, как только дух увидел Иисуса, он вызвал у мальчика приступ, и тот упал и стал кататься по земле, и изо рта у него пошла пена. «Давно с ним так?» – спросил Иисус отца. «С самого детства», – ответил тот. «Дух часто бросает его то в огонь, то в воду, чтобы погубить его. Сжалься над нами и помоги нам, если ты что-нибудь можешь сделать». «Если можешь», – сказал Иисус. «Кто верит, тот может все». И тотчас отец мальчика воскликнул: «Я верю, но помоги мне преодолеть свое маловерие». Иисус, увидев, что сбегается толпа, приказал нечистому духу, говоря: «Дух немоты и глухоты, я приказываю тебе, выйди из него и больше никогда не входи». Вскрикнув и сильно сотрясший мальчика, дух вышел. Мальчик стал как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв мальчика за руку, поднял его, и тот встал. Когда Иисус подошел к ученикам, здесь все спорили. Тут только что произошло поражение. Это, честно говоря, так, ну, так сильно собралась толпа, была возможность совершить чудо, ученики уже это делали. Вот была очень тяжелая ситуация, и тогда они пытались получить, ну, сделать чудо, и ничего не произошло. Веры не хватило. Бывают ли у вас такие ситуации? Когда ты очень с надеждой идеалистично смотришь на твою жизнь, ты думаешь: я буду здоровым всегда, как бы. Или мои дети, у них точно все будет великолепно. Они все будут христианами сразу, как только придет возможность, да. Они с рождения будут мыслить духовно. Вот я не знаю, как все, но когда я женюсь, у меня-то семья будет самая лучшая. Я вот всегда за любую вещь буду молиться, все будет получаться. Может быть, у вас были такие идеалистичные решения. Когда мы сталкиваемся с жизнью и встречаем поражение, после поражения так сложно верить.
Интересно, что там, где нет веры, там всегда начинаются споры. Кто виноват? Как надо было сделать? Кто что должен был лучше организовать? С какой стороны надо было к мальчику подходить? Кто виноват именно в этой проблеме? Что у вас часто занимает вас? Вы спорите, обсуждаете, осуждаете, или у вас есть вера? Иногда нам нужно, проходя через такие трудности, испытания, не сдаваться. Продолжать верить, что у Бога есть лучший план. Легко верить, когда ты еще ничего не сделал, но сложно, когда ты начал и проиграл, или проиграл уже несколько раз. Мне очень хочется вдохновить сегодня и родителей, которые испытывают трудности с воспитанием детей или с тем, что их дети еще не приняли какое-то духовное решение в своей жизни. Пожалуйста, не сдавайтесь, продолжайте верить. Если вы испытываете трудности в ваших отношениях в браке, вы сталкиваетесь с тем, что у вас есть недопонимание, и, может быть, вы проходите такие моменты, где вы не видите вообще никакого смысла или не находите ничего, чтобы вас могло объединять. Пожалуйста, не сдавайтесь в вашей вере. Может быть, вы попробовали себя в служении в церкви и тоже столкнулись с тем, что у вас была неудача. И вы решили для себя, ну я больше не буду браться за это. Не сдавайтесь. У Бога есть лучший план для вас. Может быть, у вас был опыт, где вы пытались узнать Бога. Приходили на разные собрания. Начинали изучать Библию, но встретили, может быть, плохое отношение со стороны людей, может быть, небрежное, может быть, невнимательное к вам. И вы решили для себя, что хватит, я на этом остановлюсь. Пожалуйста, не сдавайтесь. Вера – это держаться даже после того, как мы несколько раз проиграли. Меня очень вдохновляет одна пара, у нас есть... их фамилия Ковальчук, они на самом деле известны у нас на Востоке, просто такие очень добрые, скромные, очень служащие. И они долгие годы молились, потому что у них не получалось иметь детей. И мы переживали за них, тоже молились, они переживали, что так трогает, они никогда не перестали служить. Они встречали трудности, разочарования, но, честно говоря, было так, ну, всегда так приятно видеть в воскресенье их улыбающиеся лица. Бог благословил их, потому что у них родился ребенок в их семье. И, собственно, они молились несколько лет, не сдаваясь, не оставляя. Бог благословил их. Класс. Как ты думаешь, может ли Бог изменить всю твою ситуацию в жизни? Веришь ли ты, что Бог есть? Веришь ли ты, что Он вознаградит тебя, если ты будешь продолжать искать Его? Давай, брат. Не сдавайтесь в вашей вере. Есть одна мысль, меня лично она очень тронула. Подумайте о том, что Бог создавал этот мир, и Бог знал будущее. Он знал, что мы будем грешить, Он знал, что Адам и Ева не справятся с управлением своей жизнью. И Бог создал мир уже заранее таким образом, чтобы люди могли выстраивать с Богом на дистанции свою христианскую жизнь. Или свою духовную жизнь в отношениях с Ним. Бог создал этот мир временным, но создал его чрезвычайно важным. Иногда, когда заходит речь о страданиях, о трудностях, о какой-то плате за те проблемы, которые мы совершили в прошлом, или те поступки, которые мы сделали в прошлом, Бог сделал этот мир именно таким, чтобы мы видели, что те решения, тот выбор, те последствия, которые мы делаем, они будут значимыми в нашей жизни. Для того, чтобы мы могли что-то понять о важности отношений, важности того, что Бог думает о каждом из нас. Третий пункт и последний называется «Ожидать чудес». Это же так приятно. Вы когда-нибудь жили в ожидании чуда? Вот вы прям чувствуете, что вот-вот сейчас оно должно произойти. У меня такое бывает за неделю до отпуска. Ты понимаешь, что оно близко, ты так просматриваешь еще раз билеты, чтобы не перепутать, когда это самое, куда там поезд идет или самолет улетает. Ты как-то думаешь, уже что взять. Есть такое вот очень какое-то приятное, облегчающее чувство. Чем меньше дней, тем как-то легче. Я очень похож на свою бабушку. Моя бабушка начинала за 2 недели собираться. Точнее как, за 2 недели у нее все было собрано. Она
периодически потом доставала вещи из чемодана, носила их, потом опять стирала, гладила, обратно убирала в чемодан, она чувствовала, я готов, все, можно ехать. У меня это кон с поколениями стирается, я чуть меньше, за меньше пробежуток времени, но это всегда повод для шуток в нашей семье, потому что все собираются в последний день, у меня все собрано заранее. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея, 9 главу. Стихи с 18 по 31, это будет наш последний отрывок. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 18 по 31 стих. Когда Иисус еще говорил, к нему подошел один начальник. Он поклонился Иисусу и сказал: «Моя дочь только что умерла. Но если ты придешь и возложишь на нее руку, она живет». Иисус встал и пошел с ним. Ученики тоже пошли за ними. В то время к Иисусу сзади подошла женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, и прикоснулась к кисточке на краю его одежды. Она думала про себя: если я только прикоснусь к его одежде, то исцелюсь. Иисус обернулся и увидел ее. «Не бойся, дочь моя, — сказал он, — твоя вера исцелила тебя». И женщина в тот же момент выздоровела. Когда Иисус вошел в дом начальника и увидел флейтистов, приглашенных для похорон, и смятение толпы, он сказал: «Выйдите, ведь девочка не умерла, а спит». Но они лишь посмеялись над ним. Когда людей все-таки удалили, Иисус вошел, взял девочку за руку, и она встала. Слух об этом распространился по всей округе. Когда Иисус вышел оттуда, за ним пошли двое слепых, крича: «Сжалься над нами, сын Давида!» Когда он вошел в дом, слепые подошли к нему. И он спросил их: «Вы верите, что я могу это сделать?» «Да, Господи», — ответили те. Тогда Иисус прикоснулся к их глазам и сказал: «Пусть же с вами будет по вашей вере». И они тотчас прозрели. Иисус же строго наказал: «Смотрите, чтобы никто не узнал об этом». Но они пошли и рассказали о нем всем вокруг. Что мне нравится, здесь каждый в этой истории верил, что что-то чудесное должно произойти. Они верили, что Иисус может сделать это в их жизни. Верю ли я? Веришь ли ты сегодня, что Бог может сделать в твоей жизни? Что Христос может сделать в твоей жизни чудесные вещи? Или что Он может через тебя, используя тебя, сделать великие вещи? Веришь ли ты в это сегодня? Вот экзамен, через который они прошли перед Иисусом. Он сказал им: пусть случится с вами то, во что вы верите. Представьте, если бы эти двое ушли, у них только по одному глазу стало видеть. Или один пришел, он сказал: «О, я вижу», а второй сказал: «Я нет». Пусть в нашей жизни случится то, во что мы верим. Я слышал этот вопрос от одного брата. Потому что когда мы говорим с Богом только о том, что мы видим, и только о том, что мы можем сделать сами, это не производит на Бога никакого впечатления, никак не трогает его внимание. Он меня спросил: «Как ты думаешь, когда ты молишься, Бог засыпает на твоих молитвах? Или он просто, ну, он понимает, что это сейчас к нему обратились, и надо что-то сделать? Веришь ли ты в то, что Бог может делать? Или Бог засыпает на твоих молитвах? Или, может быть, у тебя не хватает веры даже для того, чтобы обратиться к Нему?» Мне кажется, нет более скучной церкви, где христиане говорят только о том, что видят. Скорее всего, в этой церкви все начнут спорить. Почему у нас что-то не работает? Кого надо поменять местами? Как надо объединить или в каком зале нам лучше собираться? Как и что нам лучше сделать на сцене, сколько песен и где должно быть приветствие. И вообще, что, как и что нам бы надо сделать по-другому. Какую оценку ты бы сегодня поставил своей вере? Библия призывает нас верить в то, что Бог на самом деле есть. И Бог вознаграждает тех людей, которые ищут Его. Мне хотелось призвать нас, чтобы мы не сдавались нашей вере. Чтобы мы жили в ожидании чуда, и мы начали молиться о вещах, которых еще нет. Но мы верили, что Бог может это сделать и в нашей жизни, и через нас. Чтобы на самом деле Бог включился в работу в нашей жизни, потому что Он жаждет общения с каждым из нас.
И он жаждет делать чудесные и великие вещи в жизни каждого и используя каждого из нас. Давайте будем расти в нашей вере. Это так удивительно. Давайте будем ожидать чудес. Спасибо. Спасибо.